Евгению докладчику Сергею Юрьевичу. Чего я немного коснусь.
Теперь, значит, однако, среди всех этих, сочинений о Разине, конечно, самой большой популярностью пользуется стихотворение Садовникова, имени которого там многие не знают, поющие, ну, как правило, не знают, вот, из-за острова на Стрежень, но песню знают, видимо, все. Это то, что можно назвать прецедентным текстом русской культуры, прецедентным текстом русской традиции. И сюжет, который лежит в основе этого, в утоплении персидской княжны, является самым известным разинским сюжетом в русской культуре. Вот самый известный разинский сюжет, это не о шубе Разина, не о там, разных других, там их много на самом деле. Вот, но, во всяком случае, авторский текст Садовникова. В фольклоризованных версиях, то есть так как поется, он немножко отличается обычно, хотя варьирование здесь относительно малозначительно на самом деле. Вот, оно довольно, малозначительно, текст, в общем, обычно верен себе. Ну, опускается там одна строфа, две строфы, там поется не до конца или еще что-нибудь. Кое-какие выражения меняются. Вот. Теперь, значит, что надо сказать, Дмитрий Садовников, очень рано умерший волжский этнограф, фольклорист, переводчик, поэт, значит, он известен в фольклористике как автор самого репрезентативного сборника русских загадок, загадки русского народа Садовникова, и как собрание сказки и преданий Самарского края, среди которых обширный цикл преданий о Разине. Однако там мы бы напрасно стали искать вот этот сюжет. Его там нет. Сюжет этот, как в общем-то говоря, известно, восходит совсем к другому источнику. Восходит он к источнику голландскому, некоторого Яна Стройса, парусных дел мастера, который был оказался там, ну, авантюристический человек, канатный мастер, оказавшийся в Астрахани, так сказать, оккупированный разинскими казаками, случайно оставшийся живым, бежавший оттуда и добравшийся потом впоследствии до очень окруженным путем, попав в рабство, выкупившись из рабства. В общем, интереснейшая история. В конечном счете, попавший обратно в Европу и вернувшийся потом в Астрахань, чтобы доделать свои дела. Вот, поразительный предприимчивый человек. Но вот в интернете, так сказать, после всего он написал трехтомное описание своих путешествий. Кое-что, видимо, приврав, ну, как положено, в жанре, так сказать, в жанре литературного путешествия, в конец 17 века. Ну вот, путешествие написано по-голландски, вышло в Амстердаме и выдержало за полтора столетия порядка 15 переизданий на разных языках, как-никак на старом нидерландском, так и на сначала французском, было несколько французских переводов, немецким, английский. Петр I заказал русский перевод, но судьба ему неизвестна. Адекватный русский перевод не с французского, а с голландского был сделан только в 20 веке, в 30-е годы. Да вот. Значит, этот самый, его, эти самые, его путешествия пользовались большой популярностью. Вот. И ровно в этих самых путешествиях он рассказывает об этом самом, это лист первого издания. Обложка и титульный лист. Вот. Ровно в этих самых путешествиях излагается эта легенда, которая лежит в основе стихотворения Садовникова. Вот. Однако к Садовникову она попадает тоже отнюдь не прямо от Стройса, а несколько более сложным путем. О нем я скажу чуть-чуть позже. Пока же, значит, вот, собственно говоря, голландский текст, вот те страницы, на которых эта легенда содержится. Так, я не призываю читать, это сложно очень.
ну вот, это написано голландской готикой, и трудно читаемой голландской готикой, со всякими, так сказать, языковыми сложностями. Там есть гравюра, которая показывает, которая ровным счетом изображена, среди прочих гравюр, сцена утопления княжны. Вот, пожалуйста, гравюра ровно того времени самого. Вот там в центре, ну, если видите, там прямо в центре этого самого струга, там вот нарисован, он ее держит на руках, который сейчас вот сейчас бросит. Сейчас бросит. Вот. Видно или не очень? Она так крутит. Да, 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 совершенно верно. Гравюра очень хорошая. Живописная, это Волга, это его струг, и все. Сам стресс сделал эти гравюры? Нет, это, конечно, вообще ведь и такие там портреты Разина, они сделали какие-то немцы, причем они кто-то с натуры рисовал, это, об этом есть история тоже отдельно. Вообще-то надо сказать, что этот особенно астраханский период восстания Разина, он очень хорошо документирован. Там было несколько иностранцев, которые оставили свои записки. Там был какой-то, ну, современным словом говоря, журналист из Гамбургской газеты. Вот. И в Гамбургской газете был напечатан тот очень известный портрет Разина, который, собственно говоря, везде воспроизводится. Вообще все эти рисунки все немецкие или голландские. Вот. Кто рисовал это, я точно не знаю, но, скорее всего, рисовал человек, который прочитал текст в стройстве и сделал иллюстрацию, попросту говоря. Нет, это не с натуры. Ну вот, собственно говоря, вот сам текст, сам стройсовский текст. При нем была персидская княжна, которую он похитил вместе с ее братом. Он подарил юношу господину Прозоровскому, боярину в это время воевода, астраханские воеводы, который потом зверски был убит, разница. А княжну принудил стать своей любовницей. Придя в неистовство и запьянев, он совершил следующую необдуманную жестокость. И, обратившись к Волге, сказал: «Ты прекрасная река, от тебя получил я так много золота, серебра и драгоценностей. Ты отец и мать моей чести. Слава, и тьфу на меня за то, что я до сих пор не принес тебе ничего в жертву. Ну хорошо, я не хочу быть более неблагодарным». Вслед за тем схватил он несчастную княжну одной рукой, за шею другой за ноги и бросил в реку. На ней были одежды, затканные золотом и серебром, и она была убрана жемчугом, алмазами и другими драгоценными камнями, как королева. Она была весьма красивой и приветливой девушкой. Нравилась ему и во всем пришлась ему по нраву. Она тоже полюбила его из страха перед его собственностью и чтобы забыть свое горе. А все-таки должна была погибнуть таким ужасным, неслыханным образом от этого бешеного зверя. Вот это, собственно говоря, тот текст, откуда пошла вся, так сказать, вся эта самая вся эта история. Вот. Дело в том, что текст не очень отчетливо, но вообще говоря, подан таким образом, как если бы сам Ян Стройс не то стоял рядом, не то, во всяком случае, как-то был почти свидетелем. Это ерунда. Во-первых, и прежде всего, после там целого ряда исторических разысканий, в общем, выяснено достаточно отчетливо, что никакой персидской княжны не существовало. Был персидский принц, действительный принц, он сын был там какого-то военачальника, который был действительно ими захвачен. Он фигурирует и в персидских документах, и вообще в других, и в русских документах. Никакой девицы там нету. Это, судя по всему, легенда. Стройс видеть этого не мог, поскольку этого не было. А главным образом, и вообще он довольно много там приписывает, он кусками переписывает Алиария, он, так сказать, вообще говоря, ну, подходит так, как к этому тогда подходили, к этим, так сказать, к этим текстам. Но главное, что существует еще одна версия этой легенды, которая тоже принадлежит голландцу, тоже бывшему там, профессиональному военному, наемнику, некоему Фабрициусу, который оставил свои записки, написанные как раз по-немецки. Вот. И он написал это после, он тоже вернулся уже в Европу, потом переехал в Швецию, стал шведским дипломатом там, и так далее. И, видимо, когда ему попала на глаза книга Стройса, он
решил написать, как было дело на самом деле. Ну, там дело не в этой истории с этой девушкой, это чисто проходной момент. Но он, как раз в отличие от Стройс, совершенно не склонный к литературным упражнениям, писал, что видел. Ну, вот. И вот эту легенду не выдает за подлинную историю, которая, так сказать, существовала. Передает с чужих слов, как видимо и Стройс тоже. Ну, вот. В его изложении это так. Во-первых, это происходит вовсе не на Астрахани, не на Волге, а это происходит в укрепленном городке на Урале, на Яике, захваченном разницами, и, значит, там вот, собственно говоря, все это и было. Сначала Стенька перед выходом, значит, под парусами в море, а его он, ну, сейчас я покажу, весьма необычным способом принес в жертву красивую и знатную татарскую деву. Татарскую. Год назад он полонил ее и до сего дня делил с ней ложе. И вот перед своим отступлением он поднялся рано утром, нарядил бедняжку в ее лучшие платья и сказал, что прошлой ночью ему было грозное явление водяного бога Ивана Гориновича, которому подвластна река Яик. Тот укорял его за то, что он, Стенька, уже 3 года так удачно, сколько захватил добра и денег с помощью водяного бога Ивана Гориновича, обещали своих не сдержал. Ведь тогда, когда он впервые пришел на своих челнах на реку Яик, он пообещал богу Гориновичу, буду я с твоей помощью удачлив, то и ты можешь ждать от меня лучшего из того, что я добуду. Тут он схватил несчастную женщину и бросил ее в полном наряде в реку с такими словами: «Прими это, покровитель мой Гориновичу, у меня нет ничего лучшего, что я мог бы принести себе в дар или в жертву, чем эта красавица». Вот, видите, все дело обстояло как бы тут иначе. И очень похоже на то, что Стройс и Фабрициус записали просто 2 разные версии легенды. Оба знали русский язык. Оба были очень предприимчивыми и очень бойкими людьми, надо сказать. Ну вот, и от кого-то из местных жителей, либо от казаков, либо еще от кого, было имя независимо записано. По всем строю записок Фабрициуса совершенно не похоже, что он стал бы перередактировать таким причудливым образом вот текст Стройса. Текст Стройса интересен тем, что он недоумевает, зачем он цитирует Стеньку, значит, бросившего вот, «прими Волга», но он недоумевает, зачем он это сделал, и он дает этому объяснение спьяну, принес в жертву. В то время как у Фабрициуса все обстоит абсолютно логично. Положение разницы запертых в малосудоходной реке, которым надо было оттуда выйти, немножко не смешно напоминало положение ахейцев в Африке. Не нужно было, нужна была девица, которую нужно было сдать этой самой реке для того, чтобы оттуда уйти. И все сказано своими словами. И Иван Горинович, это, конечно, Яик Горинович, бог реки Яик, который, что подтверждается этнографическими и всякими прочими вещами. И татарки там были совершенно нормально. А вот персидская княжна, это, видимо, это самая татарская знатная татарская дева, переодетая в персидскую одежду после разинского персидского похода, когда яицкие приключения стали неактуальны, а персидские были очень, так сказать, на слуху, все это просто кипело, бурлило там и так далее. Но одновременно забылась мотивация, и вместо была подставлена на место, так сказать, ритуальной, вполне ритуального, вполне типового ритуального сюжета, водяной бог, ну все, девушка, все как надо. Ну вот, это была подставлена невнятная мотивация, спьяну бросил вот так. Да. И все равно спьяну, да? Нет, здесь не спьяну, здесь, простите, тут никакого пьянства. Это, на это ответить нельзя. Это может быть подлинным. Подлинный бог являлся. Может, это могло быть подлинным событием, об этом я просто не знаю. Длинно объяснять довольно там есть основания предположить и то, что это было подлинным событием, и другое основание предположить, что это было задним числом объяснено через ритуально-мифологический сюжет успешный выход из реки. Скажем так, это тоже возможно. И то, и другое возможно, но во всяком случае и этого мы никогда не узнаем, почти наверняка. Вот. Но дело в том, что
здесь, у Фабрициуса, все детали, которые здесь указаны, они абсолютно значимы. Вплоть до нарядов, которые, значит, это сами. Там устройство задним числом говорится, что она была нарядная. Почему? Зачем? А он ее специально не делил. Так приносят в жертву. Тому есть много параллелей, понимаете? Вот. И принесение в жертву этих самых, так сказать, принесение в жертву девушки. У этого очень широкий контекст, и я просто не хочу на этом задерживаться, потому что тут есть еще какие интересные последующие обстоятельства. Вот. Вопрос-то вот в чем заключается, что книга Стройса была очень известной, переведенная на многие языки. Ее французский текст попал в Россию, первый из, так сказать, в 1924 году вышел сокращенный и довольно сильно, ну, как бы отредактированный перевод с французского перевода Корнеловичем сделанный. Ну, вот. А, значит, и после этого написал относительно малоизвестное стихотворение Пушкин на этот сюжет. Вот. Ну, его как-то не относится к очень самым известным стихам Пушкина, скажем так. Кроме того, это стихотворение, стилизованное под народную песню и ритмики народных песен, а он в это время как раз написал несколько песен на разе, там таких нет, такой не было. Он написал, оно не было издано, оно вышло только в 81 году, а цензура его запретила, что не та персона, которую надо воспевать. Ну, она там не то, что воспевается, но во всяком случае так. Пушкин-то, да, так что вы говорите, этот самый, а Фабрициуса рукопись осталась в архиве, она не была известна. Ее открыл в середине 19 века оксфордский профессор Коновалов в Надяеве в Стокгольмском архиве. Ну, эмигрант. Вот. И, значит, это самое. И опубликовал только сначала фрагменты. Поэтому на последующую традицию оказывала влияние только версия Стройса. А версия с ее невнятностью. Но именно эта невнятность породила богатейшую традицию, потому что она задавала вопрос, зачем? Вот это зачем, оно, так сказать, это все. Традиция пыталась на него, отвечать. Ну вот это, значит, так сказать, это ритуальный сюжет, который, так сказать, который лежал, явно лежал в основе. Вот. Сама по себе эта традиция, это, как бы сказать, эта легенда, которая явно имела фольклорный характер, в устной традиции не дожила до нашего времени. Есть два-три примерно, ну, два, скажем, две уверенных записи, которые вот таким примерно образом упоминают об этом мотиве. И все, больше ничего, в общем, ничего нет. Все остальное, что есть, связано с фольклоризацией садовниковской песни. Вот Пушкин, как на утренней заре, той покаме в реке и так далее. Вот. Оно, это записанное им стихотворение, песня, записанная им, просто фольклорная песня, а вот рядом видно, как зависим текст его, пушкинский текст, он, так сказать, от фольклорной песни, хотя не только от нее. А вторая половина зависима как раз от перевода, видимо, Корниловича. У него физически не было французского оригинала у Пушкина, и он, видимо, базировался на переводе Корниловича, сделанный из французского перевода Стрейса. Не точный довольно перевод, но в данном случае это не суть важно. Вот, видите, вот изложение Стрейса в переводе, Стрейса в переводе Корниловича, и вот, значит, что тут буквально, вот видите, видно совпадения почти текстуальные. То есть, так сказать, видно, как это переписывается. Пушкин, на то он и Пушкин, он никак не объясняет, зачем это все. Вот не объясняет и все. Вот, значит, это самое. Однако появилась еще одна фольклорная струя, так сказать, фольклорная линия, которая возникла позднее, на 100 лет, так сказать, после разинских событий. Это так называемая народная драма «Лодка», которая возникает в конце, видимо, где-то в середине, конце 18, второй половины 18 века, первоначально как инсценировка народной песни о выезде разбойничьего струга, возможно, разинского, хотя не точно, вот, и которая известна по
собрать Мичуркова, любого прачера по старым фиксациям. В основе возможно лежит авторское стихотворение, или точнее авторская переработка предшествующей народной песни. Но это даже уже, так сказать, манипулятивно. Дело в том, что первоначальная инсценировка, она известна очень широко. В воспоминании о ней есть там Грибоедова, Шляпкина, там начало 19 века. Принадлежность этого текста Грибоедова там ставится под сомнение, но в данном случае это не важно. Вот. Она очень хорошо известна, и более того, уже в это время она связывается с Разиным. Дело в том, что о Фабрициусе говорить не будем, устройства никакого выезда, никакого из-за острова на Стрежень нет. А тут она есть. Пушкин использует этот мотив, видимо, не столько из лодки, сколько из прототипической другой тоже старой песни 18 века. И развитие лодки интересно в дальнейшем вот по какой причине. Она со второй половины 19 века она начинает испытывать очень сильное влияние лубочной литературы, разбойничьей нравы лубочной литературы, разбойничьей тематики, где, между прочим, куда попадает, видимо, из одной из песен «Плачущая девица на лодке». Она никакая не персиянка, а такая, я бы сказал, такие слезы Кассандры такие. Она предчувствует, что они все погибнут. Ей никто не верит. Ну вот. Но она вообще любовница атамана, но не персиянка. Ну вот так. А потом появляется уже под влиянием лубочных разбойничьих сюжетов интрига, когда она появляется как пленница, она не уступает атаману, так сказать, его домогательству. Ее за это либо убивают, либо, так сказать, это еще до Садовникова. То есть конвергентно возникает сюжет очень сходный, видимо, вне зависимости от, так сказать, от всякого стройства, так сказать, так. Ну вот что-то похожее. Но он вкладывается потом впоследствии в литературную традицию. Вот. Дальше, значит, появляется вопрос с Костомаровым. История Костомаров, который написал, ну, там одновременно там был Попова материалы, и почти сразу после этого был Стеньки Разина Костомарова. Значит, текст Костомарова, это 59-й год, сначала в отечественных записках, потом отдельным изданием. На протяжении, по крайней мере, полувека это было самое известное сочинение о Разине. Его читали все, его знали все, и, в общем, в значительной степени литературные переработки базируются ровно на нем. Стройс он использовал очень полно. И понятно, что перед ним встал вопрос, зачем, когда он дошел до этого места. Он обладал крайней доверчивостью по отношению к фольклорным источникам. Он не усомнился в том, что это было действительно на самом деле, он считал, что да, действительно утопил. Но зачем? И дальше начинаются гадания. Стройс пишет, она нравилась ему и во всем пришлась ему по нраву. Она тоже полюбила его. Костомаров интерпретирует это следующим образом. Уже замечали, что она начала приобретать силу над необузданным сердцем атамана. Это не совсем то же самое, но и это имеет перспективы, сюжетные перспективы. В некоторых других вещах он придерживался доброго порядка, особенно строго исследовал Бунин. Там дальше пример есть, как он там казнил там пару, так сказать, за адюльтер. Костомаров. А между тем, тот же Стенька наказывал строго других за то, что себе позволял. У Стройса нету такого, что он себе это позволял. Это как бы, так сказать, его новации. Вот. И эти новации имеют очень большой, так сказать, большие перспективы. Этот случай, пишет он, заставляет подозревать, что злодейский поступок с княжной не был только бесполезным порывом пьяной головы. Ну как это читается устройство? Стенька, как видно, завел у себя запорожские обычаи. Считать непозволительным обращение казака с женщиной поступком, достойным смерти. Как видно, завел такой обычай. Ничего этого устройства, естественно, нету, но он там делает реконструкцию такую. Вот. Увлекшись тем самым на время красотой пленницы, атаман, разумеется, должен был возбудить укоры и негодование в тех, которым не дозволял того, что дозволял себе. Вот. И, может быть, чтобы показать другим, как мало он может привязаться к женщинам, пожертвовал бедную персиянку своему влиянию на казахскую братью.
Вот это, так сказать, костомаровская реконструкция, которая исходит из того, что он перед этим начитался Гоголя. Он очень любил Гоголя, он его комментировал, там, так сказать, там последующие издания, он на него произвел сильнейшее впечатление. И, конечно, это самый запорожский обычай восходит прямым образом к Тарасу Бульбе. Значит, таким образом, в традицию вводятся две значимых интерпретации тем. Не было бы недоумения, ничего бы не было, все бы, так сказать, как бы сошло, если бы версия Фабрициуса, так сказать, пошла. Ну вот это все. То, что я вам только что зачитал, значит, этот текст. Вот, значит, и, собственно говоря, дальше появляется баллада. Что, вернуть вам? Да, пожалуйста. Вот, дело в том, что до Садовникова, между прочим, то, что Стенька был женат и имел детей, это тоже значимая вещь. Это пометка важная. Понимаете, я рассматриваю здесь в докладе только один топос, так сказать, вот этот вот, так сказать, вот само. Потому что на самом деле легенда включает их несколько, и это, ну, это слишком длинное дело. Вот. Все это очень увлекательно, но вот да, так. Так вот, значит, это самое. Что получается? Там дело в том, что перед Садовниковым большую балладу на тот же самый сюжет написал, видимо, казанский поэт Сергей, видимо, Николаевич Мельников. Ничего про него узнать не мог. Переводчик, театральный критик, видимо, казанский. Нигде никаких сведений не нашел. Вот. За несколько месяцев в том же Волжском вестнике вышла его баллада, там, в четверо длиннее, чем у этого самого, чем у Садовникова, и не имевшая никакой известности. Это вполне текст, ну, так, ничего, вполне текст. Профессиональный текст. Вот. Садовников, как и Мельников, конечно, опирались на костомаровские трактовки. Естественно. Они не опирались непосредственно на Стройса, ни, конечно, не на самого, ни на его переводы, а именно на Костомарова. Вот. И в результате этого получается следующее. У Мельникова, значит, так, это самое. Недостойная казака зависимость от женщины. Это он берет у Костомарова. Персиянкой очарован, крепкой женской цепью скован, ясный сокол наш, эх, ребята, плохо дело, коль им уж овладела женская рука. Это вот это. Видите? У Садовника. Ишь ты, братцы, от таманта нас на бабу променял, ночку с нею повозился, сам на утро бабой стал, ошалел. Вот. Здесь работает все. Ошалел это из этой пьяной его удали, там, в общем, все неспроста, все, так сказать, там, вот как бы таким образом. На переднем Стенька Радин, то добыча атаман дочь убитого Емхана, пленная княжна, на переднем Стенька Радин обнишли своей князной. Вот этот на переднем, это выезд разбойничьего струга, взятый уже не у Стройса, а взятый к возможному Пушкина, потому что к этому времени, в 81 году, публикуется стихотворение Пушкина, становится известным поэт песенники потом. А в 83-м появляется стихотворение и Мельникова и Садовникова подряд. Вот. Но стихотворение Мельникова осталось малоизвестным, то есть совсем неизвестным практически никому, а стихотворение Садовникова, благодаря удачно подобранной мелодии, неизвестно кем, я не смог найти ничего. Есть некоторые подозрения, что эта мелодия из фольклора немецких колонистов Волги, во всяком случае, у них она очень популярна. Вот. И есть такое предположение, но хотя больше похоже на то, что они все-таки скорее наоборот восприняли эту мелодию и поют на нее много немецких песен. В основном грустного содержания, так сказать, печального. В архиве Жеромского есть его обследование, но просто тексты есть. Вот. Значит, так, песня, то есть источник мелодии неизвестен, но песня в течение 80-х годов невероятную популярность, огромную популярность вот тогда еще. И стало попадать в песенники, естественно, там и так далее. Что имело дальше свои, так сказать, свои последствия. Я сказал, что уже, значит, там дальше было, ну, акварель Сулихова, те же 80-е годы, видимо, подогретые, так сказать, тоже тем же самым, так сказать, той же самой популярностью данного сюжета. Сейчас, да, мне это потом. Вот.
значит, этого сюжета, и дальше возникают литературные переработки. Из литературных переработок их было много. И я укажу только, значит, вот такие наиболее значимые. Клубочные переработки, это такой Зарин, нет, не Зарин, это, простите, Глохвастов и Извольский. Извольский подальше от Лубов, Глохвастов это совершеннейший Лубов, так сказать, скажем, ну такой высококлассный Лубов, хороший, лубочный прописи. Вот. А кроме того, были, значит, было какое-то количество, значит, больших произведений. Историческая повесть Мордовцева. Жанровое обозначение «историческая повесть» — это такой исторический романист, был плодопродуктивный и много написавший, довольно тусклая проза такая, ну, бессильная, я бы сказал, ничего интересного особенно. Вот, историческая повесть идет из тех жанров, вот, так сказать, истоков, о которых я говорил вначале. Вот, потому что это, конечно, роман, на самом деле. Исторический роман. «За чьи грехи?» — 891 год. Там линия утопления княжны, она, значит, очень там обстоятельно разработана. Дальше, значит, это самый Андрей Зарин, «Кровавый пир», 909 год. Еще более слабые вещи, то есть совсем уже, так сказать, неинтересные, тоже разработка, так сказать, того же самого. Какое-то совершенно сумасшедшее произведение Василия Каменского, которое называется «Стень Каразин». В 16-м году он выпустил роман, здоровенный, большой роман. Потом он переработал его в драму, потом переработал в поэму. Поэма известна, драма неизвестна, роман более-менее, совершенно безумный роман. Сочетание какого-то северянинского стиля как бы в прозе с одной стороны, с другой стороны вот вся эта весь антураж, который там был. Вот, значит, что происходит у Мордовцева? Я говорю, перед каждым встает этот вопрос, так сказать, зачем? Он и каждый его решает. Мордовцев, значит, у Мордовцева ради благороден, религиозен, вообще очень, так сказать, вообще такое постепенное осветление этого, в общем, кровавого совершенно жуткого образа, так как по документам судят. Ну вот, оно в русской литературе идет очень последовательно. И, значит, у этого самого у Мордовцева он преображается под влиянием страстной любви к красавице Заире, которая в этой, значит, персиянке, которая обретает дар речи и имя. До этого она не говорит ничего. Вот, и имени не имеет. Знаете, вот. А теперь, значит, она обретает дар речи. И вот, значит, эту идиллию расписывая, он в конечном счете упирается в то, что надо вернуться к реальным событиям. Это как, чем кончилось потом-то, что было потом-то. Да вот. И у него возникает, значит, он использует сюжет, в котором он подслушивает, нет, не он подслушивает его и Саул, как подлый предатель, столюбивый предатель Толмач Хабибулла клевещет на Разина этой Заире, что у Разина есть любовница, вот, и Разин, ну, который довольно нежно к этому отнесся. Нет, гуру зарезали, конечно, вот. А что касается, значит, мы сами там княжны, но у него зародилось сомнение. А вот как это она будет принадлежать другому? Ну, в общем, он просит по этому. Ну и потом началось, так сказать, все пошло, так сказать, по исторической конве, если угодно. Так. Вот. Значит, так, вот такое разрешение. То есть вот это вот, что тут надо констатировать? Тема ревности, которая появляется у садовника, у Мельникова ее еще нет. Ничего похожего еще нет у Костомарова. А у Садовникова нас на бабу променял. Только одна фраза. Но там не любовная ревность. Там ревность такая. У Мордовцева она переключается в любовное, так сказать, любовное русло, и дальше уже идет, значит, так сказать, проблема, и дальше это имеет очень, как вы понимаете, опять-таки богатые перспективы разработки. Вот, значит, дальше, ну, поглянем дальше, значит, это самое, потом появляется фильм в 1908 году «Понизовая вольница». Это первый художественный, игровой художественный фильм отечественный вообще. Он посвящен ровно этому самому. Василий Гончаров, сценарист, значит, написал по, как бы инсценировал Садовникова, но вообще на самом деле вел туда целый ряд дополнительных сюжетных
сюжетных элементов по той причине, что если бы он их не ввел, то фильм бы свелся к двум кадрам о том, как выплывают мясные, и как он утопит, но в общем там показывать нечего. А там они еще, ну просто я не знаю, мне сейчас по мне, тут я показал его, наверное, на сцену, 4 минуты, что его легко в Ютубе найти, посмотрите, забавно. Ну вот, он, значит, это самое, он там, они бегают, машут руками, не умеют снимать крупных планов, нет у них еще немого фильма, речи нет, он идет с интертитрами, в основном все это там текст идет интертитрами. Вот. И там, значит, этот самый объясняется уже откровенной ревностью, утопил, потому что приревновал. Почему приревновал? Навет явно берется из Мордовцева, у которого навет был, значит, этот Хибибула, а здесь навет берется из этого самого, потому что убить мусульманскую девку нужно, потому что он пирует, и слишком они как-то теряют время, а их преследуют стрельцы. И им, значит, это самое полное значение стратегических соображений. Вот. Ну и вообще не казаться ли делом. Это тоже, конечно, есть. Да, вот. То есть, особенно первая, потому что вторая, которая правая, она, возможно, уже к следующему фильму тоже. Степанразин было несколько. Вот. А вот это вот собственно, это Гончаровский фильм. Вот это. Причем тут узловые сцены, вот Инверсия темы, которая была разработана у Мордовцева вот таким образом. Здесь, значит, получается, что это навет, они там придумывают подметное письмо, якобы, которое она по-русски пишет царевичу Гасану какому-то, и, значит, это самое, они ему ее подкидывают, он из ревности ее убивает. Вот. Фильм имел огромный успех, ну не такой, как песня «Полизовая вольная», только как песня Садовникова, потому что и с ней ничего рядом стоять не будет. Но он тоже повлиял невероятно сильно на последующую традицию. Ну вот в частности, ну вот это первое, это вот, значит, смотрите, это Суриков, это обложка из этого самого, это стрейсовскую гравюру. Я не уверен, что постановщики фильма знали стрейсовскую гравюру. Не уверен. Ну так, тем не менее, все как забавно сопоставить. Вот. А вот что довольно, значит, ну вот это вот, видите, вот центральный сюжет во всех этих композициях. Да. А вот что совершенно точно, что гравюра Яковлева 13-го года «Разве персидская княжна», она явно написана под влиянием мизансцены этой самой Панизовой вольницы. Вот посмотрите-ка, сцена ревности. Обратите внимание на позу девушки, да, княжны, ну и на него тоже, как он потом в другую сторону, а так вообще говорят. Вот, то есть фильм имел очень сильный, очень большой резонанс, очень сильный, так сказать, очень-очень это Саша. Вот. Ну, надо сказать, что фильм была еще одна попытка фильма. Сценарий был написан Максимом Горьким. Малоизвестный сценарий, он даже не вошел в первоначальное его собрание сочинений. Вот. Он довольно точно идет вслед за... Он не был поставлен на фильм. Это 20-й уже год, 27-й, кажется. Но он, значит, довольно точно идет за основным сюжетом легенды. Она там вставлена, там есть там и так далее. Вот, значит, Каменский, который, значит, там в конечном счете пишет, значит, это самое свое поэму. Сначала он пишет роман. В котором он дает очень оригинальную трактовку причину это самое. Оказывается, это самое, она у него называется Мейран. Это самая персиянка. Во-первых, она бежит с Разином от персидского папы, ну, из Персии. Она тут взаимная любовь. То, что у Стройса сказано, что она его полюбила из страха, впоследствии истолковывается и в ту, и в другую, в ту, и в другую сторону. Что она его не любила, и только из страха ему, так сказать, сопротивлялась, скажем так. Одна версия. Другая версия, то, что она его полюбила-таки,
и даже настолько полюбил, что бежал с ним вообще там и так далее. Почему-то у Каменского она сама просит ее утопить. Обеление у него же должно завершиться. По-видимому, когда, значит, это самое, как бы скажем, неестественность, как-то искусственность этого хода, Каменский, видимо, почувствовал сам, поэтому он исключил этот эпизод, так сказать, этот, просьбу ее из поэмы, то есть, которая является финальной редакцией этого сюжета. У него вообще довольно смешной, смешной текст. Вот. Значит, он опирается на много источников, кстати сказать, на целый ряд, так сказать, там. Он и на Яблоне знает, и этого самого, и Мордовцева, и всю предшествующую традицию. Ну, все это очень так. То есть роман «Как у Мордовцева», «Любовь атамана и персиянки взаимная». Вот. Мотив чародейства – это откуда? Уже она стала приобретать силу над сердцем атамана. Дальше это начинает интерпретироваться как чародейство. Чарующим огнем, чаровница, колдунья – это появляется в «Понизовой вольнице», это появляется в «Мордовцеве», почти еще нету, а дальше это идет, так сказать, там, что называется, так, достаточно. Влияние «Понизовой вольницы» на Мордовцева просто интертитр, где видно, что атаман у рыдалых молодцев якшался с бабами. Он дело забывает, нам следует спешить на водный дом, нас окружает войско государева. Ну, это некоторая переработка, соответствующая садовниковской, так сказать, садовниковской пассажи. Вот как у Каменского. «Не до баб нам атаман, когда с войском караван от царя идет в заимку, а ты с бабой спишь в обнимку». Ну, просто стихами переложен этот интертитр. То есть, так сказать, конечно, он, естественно, видел. Вот. У Цветаевой в 17 году, в небольшом стихотворном цикле, значит, берется альтернативная версия. Она не уступает этому самому, и зато ее топят, собственно говоря. Вот. Она не уступает Разину, персиянка. За это ее наказание. Да, наказание, да. Ну, гнев он это сделал, и, так сказать, там вот этот мотив тоже присутствует, естественно. Опять-таки Цветаева опирается на много разных текстов, привлекает, там еще появляется отдельный мотив там оставленного башмачка, но это отдельный хороший сюжет, о котором можно было поговорить. Еще и Золушка. Да, оставленный башмачок, она про это в комментарии, она пишет, что на нее еще, кроме того, повлияло, это она признается, Дина Жуковского, Вандалямотного, в общем, именно в редакции Жуковского, и там кое-какие действительно коннотации вполне прослеживаются в тексте, но я буду длинно разбирать, сейчас я не буду. Вот. Наконец, Уструк Разина Хлебникова. У Хлебникова есть одна палиндромная поэма, содержание которой ловить очень сложно, и даже сложно понять, есть ли там этот эпизод, потому что вот там все это вот так написано. А вот Уструк Разина, вполне читаемый текст, хороший текст. Ну вот, и там, значит, ровным счетом этот самый сюжетный контур воспроизведен. Но что интересно, уход, значит, этот самый вот конфликт там у него там на Уструге тлеет заговор, это из «Понизовой вольницы» и так далее. Практически сразу урок переходит как призыв к атаману. Возможно, тут еще и влияние Каменского. Хлебников знал эту поэму, ее ценил, вообще хорошо к ней относился. Вот. Но вообще после Фабрициуса тема жертвоприношения не используется. Она остается только внутри монолога, как бы вот так сказать, как отдар такой, без мотивации. Вот. А этот самый Хлебников реактуализует ее. Таким образом, реархаизуя сюжет, они требуют, станичники, эти самые его казаки, да, они требуют, чтобы он ее утопил в жертву Волги. Потому что Волга злится, Волга кричит там и так далее. Ну, здесь много чего можно говорить. Мотив кричащей воды, вообще тюркский мотив такой. В этой легенде есть еще перенесения тюркские, видимо. Во время его, вообще он знал татарский язык, он был достаточно связан со степным миром, а кроме всего прочего, это сидение на яйце.